Приветствую подписчиков, зрителей и гостей моего канала. Сегодня на обзоре распаковка письма с города Петропавла. В письме должно быть 7 банкнот Камбоджи. Давайте распакуем и посмотрим, что за банкноты. Такие вот банкноты. Сейчас я их разложу. Мы посмотрим. Так, первая банкнота 500 риелей 1958 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Вторая банкнота 100 риелей 1963 года выпуска. Банкнота, ну, как вы видите, не в прессе. Третья банкнота 1000 риелей 1999 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Четвертая банкнота 10 000 риелей 2006 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Так, пятая банкнота 20 000 риелей 2008 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Так, шестая банкнота, также 20 000 риелей 2017 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. И седьмая банкнота 30 000 риелей 2021 года выпуска. Юбилейная банкнота. Лицевая оборотная сторона. Вот такие вот банкноты Камбоджи. Ну, в следующих видео я сделаю более подробное описание этих банкнот. На этом я закончу сегодняшний обзор. Всего хорошего. До скорых встреч. Всем пока.